Ну, а прямо сейчас мы хотели перейти дальше. Одна из визитных карточек матча звезды — это конкурс трех очковых бросок и трешек. Ну, конкурс трешек на следующем разочке. Звучит так, как будто два ребята посудили о том, что же квартиры больше было, и два человека. Но вот и силу того, как какое впечатление рассылки. Однако, я считаю, конкурс решил, это конкурс снайпера. Алиса, скажи нам, пожалуйста, и нам увидите конкурс за трех очков предыдущих матчах. Действующий чемпион конкурса трех очков. Мастер восстановительных процедур. Легенда Инстаграма Виталий Брызов. Адам Фил, Астана. Лидер Астана, и вам сделали выступать по улице. Только Алексей Федор. Oh.
Well, I'm gonna get it.